Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» напоминает, что в регионе начался сезон клещей. О том, как защититься от этих паукообразных, можно уточнить в карточках. Лучше всего заранее сделать прививку от клещевого энцефалита. Отправляясь на прогулку в лес или на дачу, нужно обработать одежду и обувь химическими средствами защиты. Надевать одежду светлых тонов, чтобы быстро заметить клеща. И не забывать о головном уборе. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что предоставляет единовременную социальную выплату на ремонт жилого помещения семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно уточнить в карточках, размещенных в телеграм-канале. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация промышленного района Самары сообщает, что забронировать красивую дату для бракосочетания можно через госуслуги. Достаточно воспользоваться сервисом «Регистрация брака». Его можно найти через строку поиска или раздел «Семья». Выбирайте место, дату, время регистрации и того, кто уплатит пошлину. Отправляйте заявление на согласование жениху или невесте. Они увидят его в своем личном кабинете госуслуг. А на электронную почту придет уведомление. В заявлении нужно будет внести паспортные данные. Заполнить заявление и уплатить пошлину будущие супруги должны в течение 24 часов. Статус можно отслеживать в личном кабинете. И минимум через месяц брак зарегистрируют.